Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. На реке Сейм состоялась практическая часть учебно-тренировочных сборов водолазов аварийно-спасательной службы Курской области. Основная их цель – тренировка водолазных спусков и отработка навыков спасения на воде в зимний период. Всего в сборах приняли участие 9 специалистов из Курска и Льгова. Работа в зимних условиях требует большой физической выносливости и психологической устойчивости. Вес зимнего оборудования тяжелее летнего и достигает 60 килограммов. Значит, проводим мы сборы. Это проверка знаний и техники безопасности и допуск для проведения водолазных работ в 2022 году. Значит, эти сборы мы проводим каждую осень, именно по аттестации на проведение на следующий год. И еще одни сборы весной мы проводим для подготовки проверки пляжей и проведения безопасности на водных объектах. Спасатели призывают рыбаков приобрести самоспасы и помнить, что выходить на неокрепший лед крайне опасно. Следует дождаться продолжительных крепких морозов. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.